Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим салат «Цыпленок». Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Итак, начнем. Две веточки зеленого лука мелко нарезаем. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. 3 яичных белка трем на мелкой терке. 3 яичных желтка также трем на мелкой терке. 300 грамм куриной печени предварительно отвариваем и натираем на крупной терке. 2 вареные моркови немного оставляем для украшения, остальное трем на мелкой терке. Собираем салат. На сервировочную тарелку выкладываем печень. Делаем сеточку из майонеза. Затем выкладываем зеленый лук. Двести грамм кукурузы, сеточка из майонеза, сыр, сеточка из майонеза, морковь. Сеточка из майонеза, яичные белки, хорошо смазываем все майонезом. И последний слой — яичные желтки. Украшаем наш салат в виде цыпленка и подаем. Салат получается очень вкусным, красивым. Его можно подать на любой праздник. Попробуйте приготовить и вы. Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И также при желании вы можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!